чуваки, с вами я, Натаны. Сегодня мы играем им игру на Майнплейгра, но мы не играем им это, у нас сегодня обнова вышла на Майнплейгра. Ну, давайте посмотрим. Так, карта это, если что, на прошлой обнове была. А вот что сейчас. О, а что такое все здесь? Серьезно? Так, мало летающие. Итак, сегодня добавили. Я уже осмотрелся. Кстати, вернули это, аптечки, вот это все вернули. Непонятно зачем вернули. И вот здесь, кстати, какая-то кнопка, которая время идет. Но я там чуть-чуть нажимал. Так, давайте оденем скафандр. Кстати, реально новый скафандр. Вай. А кому-то не чувствует удары. Он может задохнуться под водой, ночью у него скафандр будет. Ну, давайте тогда посмотрим. Так, где вода? Где вода? Вода, вода. Вот. А чё вода почернела? Ладно. Кому-то этого не было. Давайте оденем. Сейчас и начнём проверять это. Это же обнова. Что с ним? Это что, надо на арбуза? Это на кого надо тогда надевать? А, все. Отлично. Вот. Почему-то все время мало больше всех. Будь задыхаться, давай, иди, чтобы не задыхаться. А не задыхайся! Чё? Просто не задыхайся. Спокойно не задыхайся. Начнём брать шлем. И он тоже не задыхается. Он тоже это так. Не задыхайся. Вот это мощный скафандр. Ты прыгай. Тогда посмотрим. А, ну, уровень понял. Не видели сейчас сказку, но все нормально. Так, что нового добавили? А что случилось? Ладно, до таким стал. Ну, походу, это... Почему вот таким? Походу, мало надо. Что еще мы баба добавили? Добавили кактуса. Кактус. Ой. Интересно, классно, главное добавить красивый кактус. Почему его раньше не могли добавить? Это же классный кактус. Сейчас это кактус. Кактус не надо здесь. Вот что нам надо. Попытка номер... Нет, не... Так, просто спасаю сейчас паузу и просто хочу закрепить, чтобы получился классный мелон. Меня засканили. Меня просто еле засканили. У меня что-то случилось с игрой. Все! Мелон больше не двигается! А почему почернело?
Это еще через 53 минуты. Да, стекляшка. И вот, Мэла, может что-то эпичное будет? Я начал в скафандр. В скафандр все может быть. Я же просто... У него что сломано? Он просто лежит. Давай я его застрелю тогда. Может ему... А, уже не надо проверять на него. Ну ладно. Ну, давайте посмотрим, что будет... Где? Скафандр. Что будет, значит, скафандр? Он это будет, это, дай бог, попытается кто-то убить его. Ну или это прожарку оправить. Но это уже будет в следующем видео, мы такие видео будем записывать. Сейчас не надо. Кстати, ребята, подписывайтесь на меня и на Кирилла. Тру-ру. Тоже классное видео снимает. А сейчас мы должны проверять этот миф. Интересный миф. Я сам такой миф придумал. Значит, он не то не злодей, и сдачи нему, значит, он не убьет. Это мифы божьи! Его скафандр это, чуть здесь, здесь, ему все равно было на голову. Нет, стоп, дайте миф, проверим. Я там заметил это, никто не... Кто не видел, можете перемотать, там было. Чу-чу. Чу-чу. Точно, Мелана? Будем выдерживать. Он потом покатился. Вернись. Надо сейчас на Мелане потом проверить. Чё? Ты издевайся. Я сам не знаю. Так, давай. Ну, все равно. Так, тебе. А, блин. Да рычагом надо. Потому что у меня что-то не получается. Так. Так, это идем березочка. Разосветно. Вот. О! Чё? 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 Скафандр просто мочили. Как Титаник. Ну что? Стоп, да ну реально. Перестаньте, перестаньте, ё-моё. Так, следующий. Ещё давай опять проверим. Это уже сейчас последний миф. Ну, точнее, вот так проверим. А потом в следующем видео, значит, вы на меня, значит, будет 110, 310 подписчиков, тогда и можем. Точнее, 309. Потому что вы от меня отписываетесь. Ну, это и понятно. А мне вопрос. Можешь еще раз это сделать? У нас Мелан. Он. Скафан. И скафандр. Да, давайте проверить. Еще раз проверить. А что пили? Что? А почему, когда я потом пил? Почему, когда это пилил, там не пилилось? Лась, а сейчас запилилось и все. Что? Я подумал, он спасет. Там миниган даже с ним не справится. Это мясорубка. Чем слабее, чем это миниган. Даже не прорвало его. А ломать после этого как какой-то. Ладно, давайте еще один день. Куча разных мифов есть в этой. И я, ну, сейчас я еще раз посмотрю миф, значит, это правда. Интересно, можно подвинуть в это обнове штуку? Так.
Ну, мы точно сейчас не будем, потому что мне просто приклепим. О, приклепилось! Так оно стало белым. А что оно белое? Мы так не собирались, да оно было белое. Всю белая жесть. Ну, вот это я понимаю игру. Даже баги не исправляют. Всё. Так, давайте потом врубаем. И сразу взлетит. Уже это заметил и все. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Что там творится? Что? А что тут творится? Что? Просто начинает крутиться. Она... Никто... Он не понял, да, по текстуре прятается. Чё? Может, даже Мелон это? Я сломал. Я сломал игру. Что с игрой? Всё. Чё? Где? Я что, сломал игру? Что? Я просто взломщик. Всё, я сломал игру. Всё. Всё, больше нету. А что будет вместо мясорубки? Точнее, вот этого катанки. Ну, катка, короче. Сам не знаю, а что будет вместо этого? Никто не знает, но я знаю. Ну, хоть как-то будет этой мясорубкой. Но я пытался так много. Ничего не получил. Походу, это миф не рабочий. Че? Значит, мы поставим чувака возле этого штуки забаганной, она пропадет. Миф не рабочий. Да. Точнее, да. Сам миф не придуман. Ну, дождь пошел. Отлично. Давайте еще, может, дробашон? Жесть. Ой. Жесть, конечно. Мало. Ну давайте разобьем тогда уже. Ну, значит, мы его разобьем, мы можем сделать просто это. Если что, значит, кто-то эту серьезную штуку возьмет, и вы не хотите возрождать. Мелона просто делать. Поздравляю. Значит, вы возьмете эту штуку и не поймете, что это. Если что, объясняю, это возрождает его. А, сосед, я знаю один миф. Это так, давай. Те сотрите, чуваки. Сотрите, вот, вода. Вода просто обычно шпыляется, просто чистит что-то. А значит, мы возьмем шприц. Так. И вот так цепим. Получится зеленая вода, которая возрождает Мелон. Вот, смотрите. Нет. Смотрите, она возрождает Мелона. Даже зомби, мне кажется. Может, по-моему, раскольнуть. А что будет? Раскольнуть. Интересно. А? Я этот Мелон в Майнкрафте не находил. Это не заходил, пока это не случилось. Пока... А! Ну-ка! А чё? Он бро... А чё он такой? А чё Мелон некрасивым? Питер стал. А чё Мелон стал некрасивым? Интересно. Просто... Оранжевая вода, давайте. Чё? Да. Ну всё понятно. Всё понятно с этой игрой, она неубиваемая.
А почему все разорвалось? Ладно, птичка. Птичка, лети. Господи. Ладно. Ну ладно, ребята, с вами был я, Натан 93К. И пакет чуть-чуть.